Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на нашем первом вебинаре текущей вебинарной недели. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите меня хорошо. Все, спасибо. Наш чат уже ушел достаточно далеко, поэтому я дублирую свою запись, которая была в начале чата. Вот она. Спасибо, я уже понял, что все нормально. Одну минуточку. Да, как всегда, я хотел бы вам представить две важные ссылки. Вот они, это наша предварительная запись. На первое предложение можете не смотреть. А вот те две ссылки, которые там расположены, они очень важные. Первая из них, ну, прежде всего это для тех, кто впервые на наших вебинарах. Первая ссылка ведет на сайт Direct Academy и на его главную страницу, где располагается расписание наших вебинаров. Это расписание более-менее определено до... Конца нашего учебного года до конца июня 2018 года. И на любой uh, вебинар, который там определен, вы можете uh, записаться заранее, зарегистрироваться. Uh, вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись данного вебинара и будет ли этот вебинар... Uh, uh, расположен на нашем видеоканале. Да, вот ссылка на наш видеоканал. В конце текущей недели запись данного вебинара появится на нашем видеоканале, где уже расположены почти 230, более 220 записей других наших вебинаров. Как всегда, перед вебинаром я хотел бы еще проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. А, вот эти вебинары. Первый вебинар состоится завтра. А, почему даже портреты... Да, это вебинар а, Софьи Богдасаровой, вебинар а, по истории искусства и искусствоведению начинается он так называется он так витиевато почему даже портреты знаменитых убийц и деспотов в ренессанс так прекрасны или про то как достоинство и гордость влияют на искусство ну Софья Багдасарова совершенно замечательный наш спикер недавно она получила премию Рунета по в области лонгридов блогов лонгридов вот, с чем я ее поздравляю советую вам обязательно на этот вебинар пойти даже если вы в искусстве ничего не понимаете будет очень будет очень интересно ну и послезавтра мой вебинар который продолжает трек вебинаров про продукты и сервисы компании Direct Media. Мы с вами продолжим разговаривать про университетскую библиотеку онлайн. Это будет такой специфический вебинар для библиотекарей, который расскажет о рекомендательном сервисе книгообеспеченности в функционале библиотекаря университетской библиотеки онлайн зову на этот вебинар библиотекарей. Думаю, что для преподавателей и другого рода профессии, которые ходят к нам сюда, этот вебинар будет не очень интересен. Я не потому что хочу понизить посещаемость своего вебинара, просто не хочу, чтобы люди ходили на те вебинары, которые им будут не очень интересны. Это очень специфическая такая проблема, которая должна быть интересна в основном библиотекарям. Не можем зарегистрироваться странно. Ну, э, если вы опишете, с чем связано, э, не можем зарегистрироваться, э, то ли нет доступа на сайт, то ли э, не получаете письмо. Если кто-то не получает письмо, возможно, это по происходит потому, что когда-то этот человек достаточно достаточно часто отправлял э, э, в спам письма от э, Мирополиса, от нашей площадки, на которой мы проводим э, вебинары. Ну. Придет или не придет письмо от Мирафолиса, к сожалению, никогда предугадать нельзя. В основном они, конечно, приходят. Ну, а почему, почему не приходят, не знаю. Иногда даже о своих рассылках трудно сказать, кому они придут, а кому не придут. А о рассылках чужой системы там еще труднее предположить. Вот, ну что ж, а теперь, да, еще несколько общих к вам реплик, скажем так, будет в конце вебинара, где будут у меня, где будут у меня к вам некоторые обращения. А сейчас давайте приступим к нашей сегодняшней теме. Итак, сегодня мы поговорим о функционале библиотекаря университетской библиотеки онлайн. Сначала поговорим о способах подключения и регистрации, и потом, собственно, перейдем к, к основной части. Итак, если говорить в целом об ВБС, то получить, регистрация в ВБС получает, позволяет, во-первых, получить доступ в ВБС из любой точки входа в интернет, и второе – пользоваться личным кабинетом и всеми пользовательскими сервисами. Ну, если первое более-менее более понятно, да, то, что ЭБС – это интернетовский ресурс, соответственно, как только вы зарегистрировались, вы получаете доступ ко всем его прелестям. То второй, второй пункт, он нас взывает к тому, чтобы определить, а, а, что там находится в этом личном кабинете и а, какие есть различия. Так вот, в ЭБС есть, если рассматривать с точки зрения ВУЗа ЭБС, потому что если рассматривать еще шире с точки зрения всей совокупности вузов, есть еще и другие уровни доступа, более высокие, например, уровни наших админов общих, которые администрируют все, что происходит в каждом ВУЗе. Так вот, внутри ВУЗа есть четыре уровня доступа. Первое – это корневой пользователь, администратор или библиотекарь. Для нас это синонимы. Это единственный вход, под которым допускается максимальные в пределах вуза права по управлению ЭБС. Вот сегодня об этих возможностях внутри этого, этой роли мы и, и, и поговорим. Далее, роль преподавателя. Эта роль по своим возможностям гораздо, гораздо меньше, чем корневой пользователь. Ну, собственно, преподавателю нет нужды заниматься всем тем, чем занимается библиотекарь, Но зато она приспособлена под конкретные преподавательские нужды. Студент или читатель – это младшая роль э, в уровнях доступа, э, и студентам в основном позволяется искать, э, любыми способами искать и читать все, что, э, э, все, что он нашел. А, ну, также в области, как э, э, в роли как студента, так и преподавателя, есть возможность публиковать свои, э, э, свои, свои собственные файлы э, в специальном разделе в личном кабинете. А, ну и э, так называемый абонент организации э, это роль очень близкая к преподавателю почти не отличающаяся от него э, но означает она то что это э, э, человек скорее всего из администрации вуза возможно аспирант не преподающий вот что то такое права у него почти как у преподавателя а отличается он от преподавателя некоторыми специфическими особенностями ну вот об этих трех ролях мы сегодня говорить не будем последних трех ролях мы специально поговорим о, об этих ролях в специальном вебинаре, посвященном функционалу преподавателя, точнее о том, что вообще сервисы компании Direct Media могут предоставить преподавателю. А сегодня мы поговорим о, о вот этой роли «Корневой пользователь». Итак, для начала, чтобы начать пользоваться нашей ЭБС, надо зарегистрироваться, зарегистрировать своих пользователей в ЭБС. Как правило, в момент регистрации, в момент заключения договора в ВУЗу передается один доступ, это доступ библиотекаря, а дальше уже с сам библиотекарь производит в той или иной форме регистрацию своих своих пользователей по поводу вебинаров напишите мне пожалуйста во вкладку вопросы в конце я отв... по поводу сертификатов я постараюсь ответить вам или прислать соответствующую информацию сейчас по ходу дела не буду отвечать итак надо зарегистрировать ваших пользователей это может может делаться из стен вуза если вам переданы вы подключены по IP-адресу, это означает, что внутри вашего вуза вход в ЭБС будет происходить автоматически, то есть не надо будет вводить логин и пароль сразу по, по адресу нашей электронной библиотечной системы все ваши пользователи которые располагаются в стенах вуза будут подключены к университетской библиотеке онлайн и тогда чтобы ваши пользователи смогли выходить не только из стен вуза но и из любого места интернет, находясь в ВУЗе, они могут зарегистрироваться. При этом указать свои фамилии, имя, отчество, e-mail, логин, ввести свой пароль и так далее. Если вы хотите, чтобы студенты, например, делали это в стенах вуза, я вам очень советую указать два важных свойства. Во-первых, студенты должны указать свой реально существующий e-mail, а не какое-то придуманное имя, потому что им будут приходить уведомления на этот e-mail, и не ответив на эти уведомления, они не подключатся к системе. А, Во-вторых, призывайте их к тому, чтобы они не создавали простые пароли, потому что простые пароли – это возможность доступа к вашей системе чужих людей. А, ну и э, если речь идет о преподавателях, говорите им, что э, очень важно заполнить без сокращений правильно э, свое фамилии и имя, отчество, потому что только в этом случае э, преподаватели будут иметь доступ к э, своей информации в РИНЦ, э, к э, показателям э, с e которые интегрируются с нашим сервисом. Возможно, также удаленная регистрация. Да, вот в первом случае для студентов вообще ничего не надо, они просто регистрируются и попадают в систему после того, как ответят по имейлу. Если же при регистрации выбран тип профиля, не студенческий, вот здесь выбор тип профиля а по умолчанию студенческий, если он выбран не студенческий, а преподавательский, то прежде чем зарегистрироваться, вам, как корневому пользователю, библиотекарю, приходит уведомление о том, что этого человека надо акцептовать. То есть вы должны подтвердить, что этот человек действительно преподаватель, и тогда он зарегистрируется под ролью преподавателя. Есть возможность также удаленной регистрации, но это несколько более трудолемко для вас, как для библиотекарей, потому что требует подтверждения, то есть акцепции даже в том случае, если это студент. То есть каждого из ваших пользователей вы должны будете акцептовать. То есть подтвердить его реальные полномочия в рамках вашего вуза. А, ну и э, есть еще один вариант, это просто написать э, все параметры всех ваших пользователей э, в виде таблицы Excel и э, выслать нашим админам, тогда они это все э, за вас сделают. Э, дополнительные возможности по поводу работы с контингентом мы с вами рассмотрим э, чуть позже в рамках... Э, в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Итак, давайте поговорим о том, какие права и возможности есть у корневого пользователя. Ну, для начала, чтобы понять, чем ваши возможности отличаются от возможностей простого пользователя, например, студента, надо зайти вот, нажать на вот эту маленькую кнопочку вот здесь в виде треугольничка и войти в э, ваш э, ваш профиль а вход в ваш профиль это первые три с, э, с, э, строки в этом э, строки в этом меню в этом вертикальном меню. Все остальное внутри ЭБС работает почти одинаково для всех ролей. Есть нюансы, конечно, кое-где попадаются дополнительные возможности, но в основном у всех все одинаково. А вот здесь все очень разное. И после того, как вы выберете вкладку, например, «Мой вуз», появляется вот такая такое окошко с, со вкладками а, и вот это окошко как раз и определяет ваши права как э, э, ваши права как библиотекаря как администратора как корневого пользователя а, здесь есть следующие строки о вузе, информация о подписке, рассылка пользователей, показатели ЭБС, книга обеспеченности, Русмарк, недоступный контент, а, ну и есть еще две две важные для вас, по крайней мере, вкладки, которые отдельно работают. Это вкладка статистика и вкладка мои сообщения. Вот по поводу этих трех вкладок, вкладок мы сегодня с вами и Поговорим. Я очень прошу по поводу сертификатов пишите, пожалуйста, во вкладку Вопросы. Сейчас я не буду на это отвечать. Разберусь в конце вебинара. Возможно, одним ответом вам отвечу. Итак, кабинет библиотекаря. Какие здесь, да, под кабинетом библиотекаря я помина, понимаю вот содержимое вот этих вот трех вкладок в основном, потому что именно они определяют э, суть ваших возможностей, максимальных возможностей, как, который, которых нет э, у, у других пользователей. Э, первая э, возможность это посмотреть информацию о, о подписке. Информация о подписке. Вот это вот вторая строка в вашем меню. Вот она. Во вкладке ⁇ Мой вуз ⁇ Здесь можно посмотреть просто, что у вас подписано. Доступные разделы книг, доступные базовые коллекции, доступные коллекции для по профилю вуза, аудиокниги и подкасты, карты, тренажеры и так далее. И по каждой из этих, из этих разделов можно посмотреть подразделы, а в, нем посмотри, а в них посмотреть конкретные книги и и это все будет кликабельным, то есть можно вплоть до книги дойти одной и посмотреть, почитать ее содержание. Да, вот так, например, видно, как это все открывается. Дальше мы, допустим, открываем следующую строку и здесь видим вот подкасты, которые можно прослушать уже две кликабельные ссылки. Все достаточно просто. Далее в информации о подписке есть очень важный пункт, который называется движение фонда. Это тот вопрос, который мне часто задают о том, как проследить, что ушло, что пришло, как поменялась подписка после того, как договор был заключен, а мы с вами работаем, например, что случилось через полгода. Так вот, движение фонда позволяет вам посмотреть это и выгрузить либо в файлы в виде файла Excel, либо посмотреть прямо на экране. В нашей системе есть такой. <свист> прошу прощения. <свист> В нашей системе есть такое понятие, как э, точка э, э, состояния подписки. Состояние подписки это точное соответствие базы ваших, спасибо, точное соответствие базы вашей подписки на какой-то момент времени. Если вы ничего не делаете, то... Состояние подписки в определенный промежуток времени запоминается само. Я, честно говоря, не помню то ли две недели, то ли месяц, но регулярно это происходит. Своей волей вы можете запомнить текущее состояние, если почему-то оно важно для вас. Вот нажатием на вот эту кнопочку Запомнить текущее состояние подписки. А далее вы можете сравнить любое из запомненных состояний подписки с любым другим, либо с актуальным состоянием, то есть с сегодняшним днем. Вот. Для этого актуальное состояние не надо запоминать, оно всегда является доступным. А, вот. И э, после этого у вас появляется информация. Э, прошу прощения, здесь таблички нет самой. Появляется информация о том, какие э, издания у вас добавились, а какие издания у вас э, выбыли из э, вашей подписки. А, к сожалению, всегда есть такие. Э, Книжки, которые по какой-то причине из БС исчезают, э, завершился договор или... Э, э, ну, в основном это именно это. Э, завершился договор и он не продлен. Причем в основном это не потому, что не продлен договор наш с издательством, а э, в большинстве случаев потому, что не продлен э, договор а автора с издательством. А, а, вот, ну, э, ну и так далее. А вот, ну таких книг немного, но а знать о них библиотекарю всегда надо, потому что э, э, эти вещи достаточно сильно контролируются и э, постоянно э, возникают вопросы. А вот пришла комиссия, а мы не знали, что книжка ушла. Вот, чтобы знать, что приходит, что уходит и э, вовремя. Э, вовремя принять меры, то uh, все uh, вот пользуйтесь этим uh, этим пунктом. Так, что-то тут в чате у меня происходит. Uh... Uh... Так, ну это uh, между собой uh, люди... Uh... Доступ закрыт правообладателям? Нет, у правообладателей есть свой собственный доступ, мы о нем сейчас говорить не будем. Есть роль правообладателя в системе, но эта роль не касается библиотекарей, поэтому мы о ней говорить сегодня не будем. У правообладателя есть свой собственный вход в систему, где он может контролировать, сколько его книжка читается, сколько было обращений, куда и как. Вот. Ну, пойдем дальше. Рассылка. Вы можете управлять теми рассылками, которые приходят от нашей EBS. Во-первых, это информационная рассылка, то есть информация по изменению контента. Еще раз прошу, всю информацию про ваши сертификаты, не дошедшие, пожалуйста, во, -во вкладку «Вопросы». Здесь отвечать не буду. Итак, информация, информационная рассылка ⁇ это информация о тех разделах, которые вас интересуют. Если вы здесь отметите те разделы, которые вас интересуют, то информация о движении, движении фонда по этим разделам будет вам приходить на почту. А, ну и э, просто рассылка о новостях, это э, рассылка, та рассылка, которая э, общего характера, которая приходит от компании DirectMedia. Если вы еще не подписаны на, на, на наши рассылки, на новости, то подписывайтесь и э, вам будут приходить рассылки. А, вот теперь такой обширный... Э, Достаточно пункт, как управление контингентом, это один из таких. Э, достаточно широкие права у вас здесь и много возможностей для оперирования. А вы знаете, я вам сейчас не буду показывать этот пункт, я э, покажу вам э, учебный ролик, который я по этому пункту сделал. И пока вы его будете смотреть, я может быть отвечу на э, то, что находится во вкладке Вопросы и так далее. А, итак, э, управление пользователями. Пожалуйста, пока посмотрите вот этот вот э, учебный видеоролик, который я специально для вас сделал. Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калинников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы с вами рассмотрим функционал библиотекаря, который называется «Пользователи» или «Работа с контингентом». Для того, чтобы перейти к этому сервису, мы должны войти в личный кабинет. Для этого нажмем одну из синих кнопочек, которая располагается в правом верхнем углу сайта нажмем на кнопочку мой вуз чтобы оказаться сразу в нужной вкладке при нажатии на кнопочку мой вуз снизу открывается пространство которое управляется верхним рядом вкладочек и в каждом из них в вертикальном меню во вкладке мой вуз в вертикальном меню находим пункт меню который называется пользователи при нажатии на этот пункт меню высвечивается табличка со списком всех пользователей которые уже были введены в систему Давайте вкратце рассмотрим функционал сервиса пользователя. Ну, для начала посмотрим, что за таблица высветилась. Высветилась таблица всех пользователей системы в том порядке, в котором они были добавлены в базу данных. Теперь мы можем изменить этот порядок. Для этого существуют вот такие вот стрелочки у каждого поля. Ну, давайте для начала отранжируем поле ID, вот так вот мы отранжировали от старшего к младшему, а сейчас наоборот, от младшего к старшему номеру. Наверное, наиболее удобно пользоваться ранжированием по логину, e-mail. Давайте теперь отранжируем таблицу по фамилии, имени и отчеству. Ну вот, табличка отранжировалась. Мы видим, что сначала идут пустые поля. Мы можем еще раз нажать и отранжировать в обратном порядке. Вот вы видите, что теперь фамилии идут с конца алфавита, в данном случае с буквы Ш. Давайте снова отранжируем с начала алфавита и попробуем произвести повторное ранжирование по другому параметру, например, по типу пользователя. Вот при нажатии на кнопочку ранжирования мы увидели, что впереди появились преподаватели только. И обращаю ваше внимание, что внутри категория Преподавателей сохранилось предыдущее ранжирование, которое мы проводили. Это ранжирование по фамилии имени и отчеству. То есть внутри всех преподавателей, а, а их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, идет ранжирование по алфавиту, по фамилии имени и отчеству. Также происходит с любыми двумя подряд идущими ранжированиями. Предыдущее ранжирование оно сохраняется как ранжирование второго приоритета. Ну давайте еще раз посмотрим, какие здесь. Здесь есть поля. Это те же самые поля, которые существуют при добавлении нового пользователя, ну за исключением, наверное, поля ID, которое присваивается базой данных автоматически. Что можно сделать с вот этими полями? Прямо в табличке можно. Отправить пользователю письмо с его параметрами доступа. Это письмо уйдет по вот этому адресу. Что мы еще можем сделать? Удалить пользователя из системы или э, редактировать параметры пользователя ну вот мы можем поправить фамилию имя логин э, mail э, или переопределить пароль если ничего здесь не делать то э, пароль останется прежним если написать пароль явно то он переопределится а мы этого делать сейчас не будем Простейшие операции, которые можно сделать с этой табличкой. Ну, во-первых, поискать по каким-то параметрам. Например, ну вот у нас сейчас здесь всего 300 пользователей, а если бы у нас было 30 тысяч, то найти что-нибудь в этой табличке было бы достаточно проблематично. Ну и в этом случае поиск, конечно, очень сильно помогает. Ну, давайте попробуем. Найдем всех пользователей с именем Павел. Да, и таким образом я хочу показать, что здесь можно вводить не полное поле, а любые подряд идущие символы из этого поля. Ну, найдем таких пользователей. Ну вот, мы видим, что нашлись два пользователя. Один из них это я. И еще один пользователь, еще один Павел, Максимов. Таким образом, можно вводить фильтрацию в эту табличку. Сбросим этот фильтр и снова перейдем к полной табличке. Что еще можно делать? Можно просто добавить еще одного пользователя, нажав на вот эту вот кнопочку. Здесь мы видим те самые поля, которые есть у нас в табличке. Фамилия, имя, отчество, email, логин и тип профиля, который вы должны обязательно выбрать. Это преподаватель, студент или пользователь организации. Это роли или типы профиля которые определяют те права, которые будут доступны данному пользователю. Преподаватели и пользователи организации отличаются от студентов в основном расширенным личным кабинетом, в котором они могут производить некоторые действия, связанные с выполнением их обязанностей. Итак, ну вот самое простое мы видели, мы можем зарегистрировать еще одного пользователя. Однако, если у вас много пользователей, вы можете воспользоваться массовыми операциями, такими как обновить или импортировать пользователей таблицей. Вот мы нажали на вкладочку, которая переводит нас в функционал загрузки таблицы. А здесь мы можем прочитать инструкцию по поводу того, как должна быть использована данная опция. Внизу этой инструкции приводятся примеры того, как эти таблички должны выглядеть табличка для обновления данных отличается от таблички импорта данных одним единственным полем, уже заполненным ID. Это означает, что пользователь уже существовал в системе, и его не надо вновь создавать, а надо переопределить его параметры. Чтобы не создавать такую табличку с нуля, вы можете просто скачать эту табличку по этим вот ссылочкам. Ну давайте вот скачаем э, пример таблички для обновления. У нас скачалась форма записи для обновления данных такого вот вида. Начиная с четвертой строки вы можете заполнять произвольное количество строк, которые могут быть введены в электронную библиотечную систему. Эти строки не обязательно набирать вручную, вы можете воспользоваться сведениями, которые есть, видимо, в информационной системе вашего вуза, и тогда это будет достаточно просто и почти автоматически сделано. Но, ну, по, по крайней мере, некоторые поля из этой таблицы могут быть заполнены таким образом. Ну и последнее, что мы еще с вами не посмотрели, это возможность скачать весь список ваших пользователей в Excel таблицу. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого служит иконка рядом с обозначением количества пользователей, которые зарегистрированы в системе. Нажмем на нее. Вот файл загрузился. И давайте мы его посмотрим вот этот файл. Это та же самая табличка, в которой есть ID пользователя. На сей раз фамилия, имя и отчество полностью. Есть информация об учебной группе. Ну, эту возможность мы не будем сейчас рассматривать. Логин, mail, дата рождения, тип пользователя. Он может быть обозначен как студент, абонент организации или преподаватель. Сведения об активации аккаунта, о наличии доступа и о дате регистрации. То есть тут немножко больше данных, чем в той табличке, которая высвечивается непосредственно в интерфейсе EBS. Ну и последнее, что я хотел бы заметить, что ваш личный аккаунт как библиотекаря в этой табличке не отображается и править вы его не можете. Это происходит потому, что библиотекарь это пользователь с высшими правами, и аккаунт библиотекаря он создается непосредственно администраторами электронной библиотечной системы вручную и присваивается вам также вручную. Ну что ж, мы познакомились с сервисом пользователя в личном кабинете библиотекаря. Тема нашего ролика исчерпана. До свидания, до встречи в новых учебных роликах. Надеюсь, что этот вид функционала я достаточно подробно рассказал здесь. Ну и еще один функционал, показатели EBS, по которому я тоже сейчас покажу ролик. А сейчас в общих словах скажу, что когда-то этот пункт был одним из самых важных, когда существовал приказ 1953, где э, нормировались показатели ЭБС, достаточно жестко нормировались количественные показатели. Э, но, э, и в настоящий момент это достаточно удобный пункт, по которому вы можете определить э, все габаритные параметры э, э, вашей ваши ЭБС, той, э, того вида ЭБС, который, э, не вида, точнее, того состава ЭБС, который э, э, существует в вашем ВУЗе, э, перенести эти показатели с тем, с тем или иным э, видом точности в табличку э, и э, использовать потом эту табличку для ваших э, отношения с проверяющими органами, с начальством, писать всякие производные документы на основе этих показателей и так далее. Ну ой, что-то тут у меня сдвигается. Все показатели ABS делятся на два больших класса. Это показатели числовые, которые можно как-то померить, и показатели, которые даются бинарные, которые даются просто записью «да», «нет». Вот давайте сейчас подробнее рассмотрим эти показатели с тем, чтобы вы могли ими пользоваться. Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, а мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы поговорим о функционале, доступном только в роли библиотекаря. Этот функционал называется Показатели EBS. Для того чтобы воспользоваться этим функционалом, перейдем в личный кабинет аккаунта. Для этого нажмем одну из синих кнопок, расположенных в правой верхней части экрана главной страницы. Ну, можем сразу нажать на кнопочку ⁇ Мой ВУЗ ⁇ это главная кнопка этой группы кнопок. По нажатию на эту кнопку открывается поле, в котором мы видим несколько закладок и вертикальное меню. В закладке ⁇ Мой ВУЗ ⁇ по умолчанию стоит информация о ВУЗе. А нас сейчас интересует вот этот пункт меню, который называется «Показатели ЭБС». Нажимаем на эту кнопочку. Высвечиваются показатели электронной библиотечной системы. Обращаю ваше внимание, что по сравнению с предыдущей версией EBS показатели появляются достаточно быстро, через несколько секунд. Раньше эта операция требовала до минуты и иногда и больше, потому что пересчитывалась вся база. Сейчас такое действие производится только при нажатии на кнопку обновить, а при вызове показателей EBS вызывается последнее запомненное состояние. Показатели EBS это список информационных характеристик системы, ряд из которых являются цифровыми, а ряд являются, ну условно говоря, бинарными и описывают просто некоторые возможности, которые существуют в EBS. Для чего нужен этот пункт меню? Ну, во-первых, очень удобно иметь все габаритные параметры вашей системы в виде единого списка. Вот здесь он и приведен. Заранее я хочу сказать, что все цифровые параметры, они обладают возможностью более подробной расшифровки в виде файла табличной формы, например такого как файл Excel, файл HTML в табличной форме, ну и файл CSV это такая упрощенная табличная форма. В первом пункте цифровых характеристик ЭБС приводится общий объем ЭБС. Для разных вузов он может немножко различаться, но вот эта вот габаритная цифра, она достаточно хорошо описывает общий объем нашей электронной библиотечной системы. Следующий пункт, второй, описывает количество учебников и учебных пособий за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за последние пять лет. Ну вот в данном случае вы Видите эту цифру, это 10 878 учебников и учебных пособий. Ну, как известно, в нашей электронной библиотечной системе представлены не только учебники и учебные пособия, но также и научные монографии. В данном случае их 5814. В качестве дополнительной информации есть информация о, о художественной литературе, ну, в данном случае более 7000. Далее идет информация о количестве издательств. Причем не просто всех издательств, а издательств, выпускающих издания, используемые в образовательном процессе и высших учебных заведениях Российской Федерации. В настоящий момент 388 таких издательств. Ну и следующие два пункта посвящены периодике. Количество наименований журналов всего более 700 и из них количество ВАКовских журналов около 200. Следующий пункт, который является цифровым он является еще и раскрываемым, то есть многоуровневым. Это информация об изданиях по УГСН, то есть укрупненным группам специальностей и направлений подготовки. Всего таких изданий распределенных по УГСН в момент записи данного ролика 8871 и мы можем открыть эту строку и посмотреть ее более точное содержание нажимаем на ссылку открыть и внизу появляется распределение по всем 55 УГСН ну вот мы видим название этих УГСН их номера ну вот например возьмем химические технологии 18.0000 и можем посмотреть содержание путем скачивания соответствующего Excel файла. Давайте скачаем этот файл. Это произойдет достаточно быстро. Откроем его в Excel. Посмотрим, что в этом файле. В этом файле мы видим следующие характеристики. Это идентификационный номер, ID книжки внутри нашей ABS. Информация об авторе, названии, количестве страниц, годе издания, месте издания, издательстве, жанре и о тех дисциплинах, с которыми может быть ассоциирован данный учебник или учебное пособие. Практически кроме последних двух столбцов и первого столбца, который является ID, это составляющие библиографического описания. Ну, здесь они приведены в более удобном виде и с дополнительной информацией. На этом заканчиваются цифровые характеристики ABS и начинается просто перечисление тех технических характеристик ABS, которым она соответствует, как правило, в соответствии с каким-нибудь нормативным документом, например, ФКОСом или каким-нибудь приказом или письмом Минобра. Ну, давайте перечислим те технические характеристики, которые соблюдаются нашей системой. Во-первых, это возможность доступа, первый пункт, из сети интернет – с любого места, вне зависимости от территории, времени, продолжительности доступа, точки доступа и так далее. Далее это два. Возможность одновременного доступа не менее 25% обучающихся к содержанию электронной библиотечной системы. Я думаю, что и более 25% на самом деле, но 25% нормируется в нормативных документах. Далее у нас существует возможность полнотекстового поиска по содержимому нашей электронной библиотеки вы можете посмотреть соответствующий учебный ролик в котором показано как пользоваться поиском включая и возможность полноценного полнотекстового поиска далее ну тут уже скорее это мы сами поставили себе такие рамки это возможность формирования статистического отчета согласно международным стандартам Counter. Чем хорош стандарт Counter, вы можете узнать в соответствующем учебном ролике. Речь идет о том, что разные электронные библиотеки и электронные библиотечные системы используют разную статистику, и эту статистику иной раз очень трудно сравнить между разными библиотечными системами, потому что принимаются разные характеристики за основу. Ну вот, а стандарт каунтер он позволяет свести все параметры к таким стандартным, которые позволят сравнивать разные системы между собой. Следующий момент ⁇ это представление изданий с сохранением редакционно-издательских параметров в печатной версии оригинальной верстке. В некоторых случаях это очень важно, когда речь идет не просто о тексте, а о сложной верстке с таблицами, графиками, формулами и так далее. В этом случае сохранение печатной версии очень важно, особенно при обучении. Следующий шестой пункт – это возможность предоставления доступа к учебным планам и рабочим программам. Здесь я предлагаю вам обратиться к учебным роликам, которые описывают книгообеспеченность. Следующий пункт – возможность формирования электронного портфолио обучающихся. Необходимость этого описана в пункте 7.1 ФГОСа по программам бакалавриата и магистратуры. Ну и, наконец, восьмой пункт – это предоставление образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но ну, прежде всего идет речь, конечно, о людях со слабым зрением и, в частности, в нашей Электронной библиотечной системы для этих людей есть, во-первых, возможность чтения текста при помощи специальных автоматических программ. И второе, что есть в нашей электронной библиотечной системе, большое количество мультимедийных изданий, в частности аудиоучебников, которые можно использовать людям с плохим зрением или вообще слепым. Итак, в этом ролике мы познакомились с функционалом электронной библиотечной системы, которая называется показатели ЭБС. На этом мы завершаем данный ролик. Спасибо вам за внимание. Встретимся в новых учебных роликах. Так, я надеюсь, я успел ответить на в чате на все вопросы, которые мне задавались. Если нет, продублируйте, пожалуйста, во вкладке вопросы. <свят> а, ну что ж, а мы пока пойдем дальше по нашему функционалу. А следующий вид функционала – это книга обеспеченность. О нем я сегодня говорить буду не, почти не буду говорить, просто потому что у нас послезавтра будет целый вебинар, посвящен этому функционалу. Он такой достаточно сложный. Uh, вот, ну не то чтобы очень сложные, но по, по этому поводу много надо чего сказать. Поэтому сегодня я просто хочу сказать, что. Uh обеспеченности, сервис книгообеспеченности, он у нас э, такой полуавтоматический, и на его основе можно хорошо автоматизировать работу по э, книгообеспеченности, э, не выбирать каждую книгу вручную, не делать одну транзакцию на каждую книгу, транзакцию поиска, а воспользоваться рекомендательными, э, рекомендательной информацией, во-первых, двух типов, во-первых, от э, наших библиографов и... А вторую от других вузов, которые уже эту книжку к себе в книгообеспеченность занесли. <coughs> Итак, кто этим вопросом интересуется, милости прошу на следующий вебинар. А давайте я прямо сейчас дам ссылку на регистрацию в этом вебинаре. Если, она, если эта тема вас интересует в подробном изложении, то, пожалуйста, вот по этой ссылке регистрируйтесь. И встретимся с вами послезавтра тогда. А, давайте пойдем дальше. Русмарк, записи Русмарк. А, модуль записи Русмарк а, вот находится вот здесь. Это... Так, я буду отмечать. А, вот здесь в вертикальном а, меню вкладки ⁇ Мой ВУЗ а... ⁇ и э, э, Русмарк в чем-то э, похож по функционалу на э, пункт, пункт, который мы рассматривали в самом начале, информация о подписке. А только результатом его действия будет не э, информация, которая высвечивает у вас на экране и не Excel файл а специальные файлы э, файл в специальном формате русмарк который вы потом можете загрузить в вашу абис э, э, библиотечную информационную систему и э, дать ей информацию о том, что есть в нашей библиотеке, что в нее добавилось, э, если вы уже такие э, данные давали, и что из нее убавилось, если э, вы хотите что-то исключить, какие-то записи из вашей библиотечные системы. Хочу сказать, что э, интеграция с ABIS через записи Русмарк это э, простейший способ интеграции, а, но ну, зато такой самый верный. Есть и э, другие способы, и э, если вы поищете в списке наших вебинаров, вы увидите, что э, наш генеральный директор Константин Николаевич Костюк э, делал несколько вебинаров, посвященных посвященных более продвинутым способом интеграции нашей ЭБС с системами АБИС. Можете найти и посмотреть эти вебинары. Итак, <coughs> внизу окошка посвященного Русмарк находятся вот такие вот кнопочки. В них мы, вы можете выбрать, во-первых, Uh, да, ну, во-первых, можете выбрать uh, разделы, либо отдельные книжки, которые вам надо поместить сюда. Uh, следующее, что можно выбрать, это можно выбрать формат. Форматы uh, четырех видов, это ISO. Uh, два формата ISO uh, с кодировкой Windows uh, 1251, это наша uh, российская кодировка, uh, либо ISO... UTF-8. UTF-8 это кодировка uh, Unicode, в которой uh, посредством 4 байт представляется вся, uh, вся информация. То есть универсальная в отношении языка информация. Uh... В текстовом формате этот формат удобен для визуального контроля того, какие данные выдаются. И в XML-формате, в XML-формате это формат удобный для интеграции, если вы каким-то образом хотите интегрировать эту информацию при помощи ваших разработчиков. Вот программисты очень любят формат XML, который очень удобен в обработке. Что вы еще можете выбрать? Вы можете предложить системе создать отдельный файл для каждой, для каждой записи, то есть для каждого издания. Можете попросить сформировать файлы блоками по 1000 записей, либо получить всю информацию одним большим файлом информация, ну вот для примера просто информация в, в формате XML, мы поддерживаем 19, 19 записей Русмарк на отдельную книгу. Сейчас я посмотрю, как, как, как это делается. Вы знаете, а похоже что? Похоже, я вам немножко... Вы знаете, мне надо посмотреть, я вот конкретно из этих слайдов сейчас не могу это сказать. Есть такая возможность или, по-моему, есть такая возможность? Давайте так, этот вопрос прямо сейчас я на него ответить не могу. Если он для вас важен, отправьте его на helpdirectmedia.ru, Help они вам точно ответят. Ну, или могу ответить и я, но через некоторое время после окончания вебинара. Для этого мне надо самому в систему залезть и еще раз все проверить. А, <свят> ну, да, 19 видов записей поддерживаем. Ну, и здесь точно такая же система, как в движении фонда. Можно сравнивать, запомнить состояния с любыми другими запомненными состояниями либо с актуальным состоянием то есть вы можете получить не только информацию о том что вот в настоящий момент есть но и о том какие книжки пришли там например за последние полгода и какие книжки ушли за последние полгода ну или за последние две недели при... Покажите нам вебинар по практической работе в выгрузке Кирума... Русмарк в Абис. А, хорошо принято. Я а, по этому поводу посоветуюсь, кто я или, может быть, Константин Николаевич такой вебинар проведет. А, ну, надо подготовиться. А, так. Давайте дальше. Следующий пункт это отказы или а, недоступный контент. <смех> 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 а, недоступный контент это тот контент, который есть в EBS, но нет в вашей версии ЭБС. то есть э, э, в той версии ABS, э, которую вы себе заказали. А, э, вся EBS всегда обширнее той ее части, которая заказывает конкретный ВУЗ. А, потому что никогда так не бывает, что ЭБС, э, что ВУЗ заказывает все... Э, э, все издательские коллекции, вот, но тем не менее доступ по поиску к, к этим книгам осуществляется, и просто в конце нет кнопки почитать, а вместо этого есть кнопка, что контент недоступен, вот. И вот если такой поиск, поиск происходит и человек эту книжку начинает смотреть, ему высвечивается несколько э экранов этой книжки, э вот, то э происходит э попадание этой книжки в список недоступного контента, э и этот список доступен библиотекарю для того, чтобы э понять, при следующей подписке или, может быть, в текущем моменте, какие книжки очень востребованы и, может быть... В следующий раз надо каким-то образом э, видоизменить подписку, что-то дозаписать, что-то, может быть, наоборот, э, недо, недозаписать. В общем, э, э, другим способом как-то скорректировать свои, э, свое мнение о том, что необходимо для э, вашего вуза. Э, здесь э, тоже можно смотреть не только за все время, но и за начальный период, и конечный период вот здесь вот. Причем, обращаю ваше внимание, в отличие от предыдущих пунктов, где я говорил, есть сохраненные состояния системы, здесь вы можете смотреть, сравнивать любую дату с любой датой. То есть выбрать произвольный промежуток времени и на нем смотреть, какие были отказы. Следующий пункт – это статистика контента статистики, вот э, те виды статистики контента, которые доступны, это э, статистики пользователей, просмотренных ресурсов, рейтинг, рейтингов и э, статистика по э, стандарту Counter. Статистика находится в, отдельном, в отдельной вкладке меню, вот здесь вот статистика. Э, 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 вот они виды статистики, это просмотренные ресурсы, Вот сюда не смотрите, это вид статистики, который оставлен для совместимости с предыдущими возможностями EBS. Когда-то были такие возможности скачивания файлов в специальном кодированном формате, но такой функционал оказался мало востребованным, мы его убрали. Ну вот осталось, такой аппендикс остался для тех вузов, которые когда-то этим пользовались. Следующий пункт статистики – это статистика посещений, рейтинги и каунтер. Что означают цифры в рамочке? Сейчас расскажу. Так, четверочка некрасивая у меня получилась такая. А самый первый вид статистики – это просмотренные ресурсы. А, здесь а, агрегируются... Да, здесь тоже можно выбрать начало периода и конец периода. И, кроме того, можно ввести а, фильтр по э, ID пользователя. То есть, если вы здесь наберете ID пользователя, то у вас будет информация о том, какие книжки он, э, читал именно конкретно конкретно этот пользователь с этим ID. Э, какая выдача здесь предусмотрена? Э, в вот этой вот таблички, которые также можно получить и в excel виде, причем в двух форматах, в сокращенном и в полном, дается следующая информация. Сначала дается информация, вот здесь это уже раскрытая информация, после нажатия на вот эту вот кнопочку. А до нажатия на эту кнопочку дается просто список книг в в порядке их популярности э, э, по количеству страниц, прочтенные всеми пользователями в этой книжке. Вот в данном случае вот эта книга, она высветилась первая, потому что она э, была наиболее популярна. А если вы нажимаете на вот эту кнопочку, вы получаете более подробную информацию о том, э, какие пользователи эту книжку читали, и какие страницы при этом были открыты. И так по каждому пользователю. Как я уже сказал, эту же информацию можно получить в виде файла Excel, причем в короткой, в короткой форме, без номеров страниц, либо в подробной форме, вот с номерами страниц, подробной информацией о номерах страниц следующий вид статистики, это статистика посещений. Здесь все те же настройки, настройки по датам, по которым вы хотите это получить информацию, фильтр по ID, если он необходим, и настройки диапазон группировки, как вы хотите получить информацию, группированным по месяцам или по неделям. Есть два вида группировки диапазонов, и далее возникает следующая выдача, поделенная на три части, ну, в общем случае, на четыре по числу ролей. А первая, первая строка это, или первая область, это как читались книги. Корневым пользователям, то есть вами. Вот здесь вы видите по, сгруппировано по месяцам. В октябре было прочитано 5 книг, ну, точнее, обращение было к 5 книгам, в ноябре к 36 книгам и так далее. Далее идут преподаватели. Обращаю ваше внимание, что информацию можно расширить. Опять же, нажимая вот на эту кнопку, можно получить более подробную информацию о том, что а, вот такой-то ID, а, при, у него произошло столько-то а, авторизаций в системе за этот период, ну, в, в данном случае за ноябрь, и вот эта фамилия этого человека. То же самое можно посмотреть и по студентам. В скачиваемом XLS-отчете не указывается количество страниц, прочитанных по каждой книге, только количество самих просмотров книги. А вот как я вот показал вот здесь, вот количество не указывается, но указываются все, зато указываются все номера. Их можно, наверное, посчитать, или, может быть, даже автоматически можно как-то посчитать. Uh, вот. Но для этого надо uh, произвести развернутую форму выгрузки. Там есть отдельные кнопочки для развернутой формы и для обычной формы. Да, э, статистику посещений также можно выгрузить э, в Excel. Вот так примерно она выглядит. Э, с указанием IT, ID, э, типа пользователя, фамилии, имя отчества и времени авторизации. Когда произошла авторизация, с каким видом э, пользователя, э, в какой день и э, в какой час это происходило. Рейтинг издательств ⁇ это наиболее простой вид статистики. Здесь просто производится указание издательств по популярности, по количеству доступов сверху вниз. То есть какие издательства были более популярны, какие менее, менее популярны. И тоже здесь можно эту информацию взять по периоду и, если есть желание, отфильтровать по конкретному ID пользователя. А, ну и наконец, э да, и это тоже, разумеется, можно выгрузить в Excel, если необходимо. И наконец, отчет по стандарту Counter. Э это такой специфический вид отчета, который доступен только в Excel форме, то есть только только выгрузкой файлов. Э Стандарт Counter это универсальный формат для э сравнения параметров электронных библиотек, если э Дело в том, что любая электронная библиотека, формируя свои собственные отчеты, опирается на собственную структуру и... Э примерно одинаково называемые отчеты могут содержать разные метрики. То есть в разных ЭБС вы можете по-разному померить одно и то же, хотя на словах это выглядит примерно одинаково. Стандарт-каунтер дает более глубокое определение каждого параметра и по стандарту counter мы должны в любой системе получить совершенно сопоставимые алгоритмы для подсчета тех или иных метрик соответственно они удобны тогда когда вы хотите сопоставлять разные системы мы поддерживаем 9, 9 разных видов форматов Counter. Вот вид формата выбирается здесь, а дальше по кнопочке в Excel вы можете выгрузить такой формат. Ну и последнее, о чем я хотел бы вам сегодня рассказать, это возможность поисковых выборок. Поисковые выборки находятся вот здесь вот в моих э, событиях. Поисковые выборки э, доступны э, и преподавателям, и студентам, э, и вам, библиотекарям. Только э, в... Личном кабинете библиотекаря это немножко э, немножко сложнее выглядит вот этот вот эта вот цепочка. А я вот сейчас эту цепочку не буду объяснять, потому что тоже покажу уже совсем коротенький видеоролик э, по поисковым выборкам, и на этом мы с вами потихонечку будем завершать нашу работу. Добрый день! Меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика – поисковые выборки. Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн – и студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн. И чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события». И на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово скорбь. Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу, давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. И теперь мы можем нажать на кнопочку ⁇ Сохранить выборку ⁇ при сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена чтобы выборка появилась в личном кабинете необходимо перегрузить страничку. Теперь мы увидим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием книга русской скорби. Нажимаем на нее появляется список из шести книг. любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название, удалить его или скачать список в виде Excel-файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений об интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. А, ну что ж, вот э, описание функционала э, в целом подошло к концу. Э, и я хотел бы сделать э, два небольших объявления в конце. Первое. Те, те из вас, кто не был на вебинаре, посвященном Директ Академии, вот такое для вас объявление. Мы хотели бы, чтобы вы поучаствовали в нашем небольшом конкурсе. Если кто-то из вас хочет предложить себя в качестве спикера вебинара и свою тему, пожалуйста, используйте вот эту вот ссылку Сейчас я ее воспроизведу. Вот эту вот ссылку для заполнения строки в табличке до апреля месяца мы с вами будем собирать предложения от вас. В мае месяце мы проведем конкурс конкурс вот этих вот тем. И э, те, те, те темы, которые заинтересуют э, нашу аудиторию, будут в, э, <coughs> в июне месяце предоставлена возможность выступить в рамках Директ Академии в качестве спикера и донести свои э, мысли до, э, до всех, короче говоря. А, ну и последнее, э, буквально... Полминуты для, для того, чтобы немножко себя прорекламировать. 6 февраля будет проходить мой учебный курс совместно с компанией Ракурс, который называется Профессиональная разработка электронного учебного контента. Подробности курса вы можете посмотреть по вот этой ссылке Contentium тильда VS. Сейчас я ее дам в... Чат. Если кто-то из вас хочет работать с электронным учебным контентом хочет на, на высоком уровне, хочет посмотреть, как это делать, какие есть инструменты и что с ним можно делать, то милости прошу в свой курс, приходите, будет очень интересно. Курс запускается в четвертый раз уже, он очень популярный, но в этот раз он сильно изменен и сильно заполнен, дополнен по сравнению с прошлогодним вариантом а, ну а теперь все я надеюсь да надеюсь что во время вебинара ответил на все ваши вопросы а, по крайней мере я постарался это сделать а, если какие-то еще будут вопросы высылайте либо прямо мне либо можно спросить на следующих вебинарах моих а, вот ну, либо отправить непосредственно на helpdirectmedia.ru, там вам тоже ответят по всему, что связано с функционалом нашей ЭБС. Итак, с теми, кто зарегистрировался, мы встретимся послезавтра. Со всеми остальными я вас жду на наших вебинарах в Direct Academy. Надеюсь, этот вебинар был для вас полезен. Встретимся на новых вебинарах. Всего доброго!